не любишь? Люблю просто. Опять же, ты мне обещал не снимать. Хорошо, я бабушке обещал не показывать. Ты, по-моему, подсела на пирожочки. Да? Может быть, тебе сделать такой дома? Ага. Хорошо. Попросим бабушку, она сделает плетеночку тебе, да? Страшно? Теперь я знаю за тебя тайну. Кушай аккуратненько. В туалет не хочешь? Ты же любишь пирожочки. Ты пирожочек даже на кекс не променяла, да? А? Что-то их стали делать маленькими. Раньше были большие. А тебе какие больше нравятся? Большие. Почему? Потому что мне больше малины. Малины? Самая вкуснота, да? А пицца понравилась? А брокколи? А морковка? А йогурт? Напробовалась? А сырок? Беда. Красивые костюмы. Красиво катаются, да? Ага. Хотела бы так же? О, у меня точно такой же почти костюм. Какой? Вон там, у девочки, почти такой же. Да? Может быть, тоже получишься чуть-чуть? Как? Коньки-то у тебя есть? Ага. Папа, это ведь фигурное катание. Нужно уметь... Там учишься, выступление, учишься, выступление, учишься, выступление. И не у этих пирожных и пирожочков, да? Да. Может, ну и пирожочки? Ну, пирожочки. Ну, почему? Ну, фигурное катание. Девочка упала. Ну да.